Режим чрезвычайной ситуации могут ввести на всей территории края. Об этом правительство региона попросила комиссия по ГУИЧС. Из-за сложных погодных условий погибло уже 15% от всего урожая зерновых. Под снег ушли с поля сразу с нескольких южных районах. В ряде территорий не может работать техника. Комбайны попросту тонут в мокрой земле. По данным регионального министерства сельского хозяйства, о гибели урожая на общей площади более 200 тысяч гектаров уже заявили 234 агропредприятия края. На сегодняшний день с полей региона убрано 60% зерновых. Остальное, с учетом неблагоприятного прогноза синоптиков, придется забирать у природы с боем. Сейчас режим чрезвычайной ситуации, введенный в крае, позволит оперативно помочь пострадавшим хозяйствам. Введение режима чрезвычайной ситуации на территории региона позволяет региону обратиться в правительство Российской Федерации о привлечении средств резервного фонда Российской Федерации для компенсации потерь, которые понесли наши сельчане. Погода проверяет аграриев Красноярского края на прочность. Хочу сказать, что наши крестьяне и все те, кто работает сегодня в поле, показывают высочайший класс своего профессионализма и делают все возможное, что сегодня зависит от них, для того, чтобы убрать урожай с минимальными потерями.